Нельзя так делать, вообще, но вообще, ну, некрасиво вообще. Трудно сдержать эмоции, когда вокруг такая картина. Берег Енисея в районе Предмостной больше напоминает свалку. Брошенные салфетки, бутылки, остатки еды. Отдыхать среди всего этого свинства, говорит Алексей, нет никакого желания. Надо было просто взять пакетик, идите куда-нибудь домой или куда-то вывезти, и все. А зачем вот это вот, это мусорка вообще, это некрасиво. Сами сидят, отдыхают, то есть следом мусорят. Ну можно же за собой убрать, не надо скидывать. Ну не надо скидывать, есть же мусоропроводы, вот сейчас подняться, там мусорпровод есть. Скиньте свой мусор. Все, что могу сказать. За собой просто убирайте и все. Следы пикников буквально на каждом шагу. Эта часть набережной неблагоустроена, а с кучами мусора выглядит как небольшой полигон в черте города. Красноярцы возмущены. Неужели нельзя отдыхать культурно? Ну, мы приезжаем, мы посидим, потом все убираем за собой, выносим на мусор. Ну, сейчас собирали. Да, сейчас чужой мусор собирали. В основном молодежь. Идут и бросают. Даже вот бутылки пьют, идут туда бросают. Там поэтому и свалка. Она уже давно здесь, никто не убирает. Вот здесь хозяин, мы ему говорили, он говорит, денег нет, деньги не дают, никто не убирает, ни волонтеры, никто. Видите, как здесь грязно. Ну, вам-то как отдыхать среди такого? Ну, как тут отдыхать? Видите, как ходим? Вы же видите, как ходим, так и отдыхаем. Но мусор здесь валяется не только на берегу. Мы прошли чуть вглубь, и здесь в прямом смысле ступить некуда, чтобы не угодить в какие-нибудь бутылки или стаканчики. Кроме того, здесь повсюду лежит битое стекло. Это уже не просто неприятно, а опасно. В подходах утопает и остров отдыха. От субботника здесь не осталось и следа. Даже после уборки горожане без зазрения совести оставляют кучи мусора, причем повсюду. Вот так остров выглядит с другой стороны. Пожаловаться на такие свалки можно в районную администрацию. Там должны найти виновников. Но сделать это, если нет ни камер, ни очевидцев, почти невозможно. Гораздо проще, чтобы каждый отдыхающий убирал за собой. Елена Садкеева, Максим Галат, Енисей. Новости.